Здравствуйте, дорогие зрители, вы на канале Кая ВТСА. Сегодня у нас очередной выпуск с обзором нового интересного ружья. Итак, у нас сегодня в кадре Беретта 1301 Комп. Чем примечательно это ружье? Как известно, ружье широко используется в IPSC. С этим ружьем был выигран чемпионат мира по IPSC. Я не могу сказать, что это новая газоотводка от Беретта, как бы, потому мы об этом сейчас говорить не будем. Мы просто потестируем, постреляем с этого ружья и посмотрим, какие же особенности для простого пользователя это ружье предоставляет. Из плюсов, вот я только что взял его в руки в первый раз в жизни. И вот все, что я, ну, первое, что я увидел. Короткий ствол, 60 или 66, по-моему, 60 ствол. Высокая планка, широкая высокая планка. Есть такая промежуточная мушка, которая позволяет гораздо интереснее стрелять пулей, как бы центрируя эту мушку на фоне красной мушки, можно достаточно точно прицеливаться. Большая ручка взвода, кнопка сброса затворной задержки также у нас такая немаленькая. Планка высокая, вентилируемая. Большая кнопка предохранителя, достаточно удобная эта кнопка, да, действительно. Расширенная шахта, очень существенно расширенная шахта. И самый главный момент, который вот я вот только что ощутил, это определенная насечка. Вот такая, как вам правильно сказать, вот если правильно голыми руками брать, очень-очень такая она зацепистая, что ли, прямо как наждачка, то есть контроль оружия при стрельбе будет максимальным. Поворотная личина Беретта сделала по типу бенелевской поворотной личины у газоотвода. Это мы возможно разберем. Так, что у нас насчет спуска? Спуск сухой, достаточно сухой спуск. В отношении прицеливания, ну, как говоришь, высокая планка дает возможность очень быстро прицеливаться и, наверное, контролированно стрелять. Сейчас мы зарядим это ружье и отстреляем там по какой-то IPSC-шной маленькой обстановке. Она изначально из коробки не комплектуется удлинителем магазина, но на сегодняшний день это, как вы понимаете, это мелочь. Значит, ружье новое, сейчас зарядим его. Очень интересная, кстати, кнопка затворной задержки, она работает и как разобщитель. Сейчас вам покажу. Вот, допустим, мы забрасываем патроны туда, и вот одна сторона работает как разобщитель, то есть позволяя нам разрядить очень быстро ружье. И кнопка затворной задержки. Так, заряжаем повторно. Очень легко, даже шахта распилена, позволяет, вот сейчас у него пояса нету, позволяет заряжаться квадлоадом без проблем. Тут ограничитель стоит на 2 патрона, потому что она как в охотничьем исполнении. Я не буду сейчас его вынимать. Попробуем просто стрельнуть 24 грамма, как она первый раз в жизни стреляется, это Беретта. Очень контролируемая серия. По заряде вот отдачи практически не было, не ощущается на 24 граммах. Позволяет держать серию за счет вот этих насечек очень и очень так прогнозируемо и очень жестко. Пуля Зубер Таргет, самая дешевая пуля. 40 метров, ну, где-то в районе 40 метров, мишень поражается без проблем. За счет как раз вот этих очень интересных прицельных приспособлений, которые очень просто использовать в качестве таких более точных прицельных приспособлений для пулевой стрельбы. Поставив сюда светособирающую мушку, Hi-Vis или Easy Hit, я думаю, что это упростится еще даже при стрельбе против солнца, когда мишени практически не будет видно. Еще повторим сейчас один выстрел для контроля. Так, та же дистанция, та же пуля. Стреляем против солнца, как видим. Сейчас посмотрим, еще одна пуля осталась в лежачий побер. Он лег. Ну, наверное, вы видели, да, что в кончик попера с дистанции 40 метров этим боеприпасом можно спокойно, дешевой пулей спокойно попадать. Только что вот приехали, разобрали мы эту Беретту. Так, покрытие, во-первых, покрытие трубки магазина интересное. Вот можно видеть затворную раму. Возвратная пружина, она облачена в такой специальный пластиковый кожух. Вот хорошо видно поворотную личину по типу бенелевской. 2 огромных боевых упора. Ручку я сейчас трогать не буду. Примечательной частью этой Беретты является огромный хвостовик. Он больше, чем, ну, скажем, у большинства, абсолютно подавляющего большинства моделей.
Сам непосредственно газовый механизм. Видно, как аккуратно, вот если здесь присмотреться, насколько аккуратно сделано соединение самого газового механизма со стволом. То есть, и как бы сам поршень. Вот сейчас мы аккуратненько вытянем. Сам поршень. Мы оставим это для чистки. Это, пожалуй, все из примечательного. Да, я уже говорил об этом, и о кнопке рассказывал, и о лотке рассказывал. Но сейчас вот в такой хорошо освещенной обстановке можно увидеть, как это все выглядит в разобранном состоянии. Об ОСМ мы уже с вами поговорили. Заключение мы уже сказали вам на полигоне. И сейчас вы его увидите дальше в видео. Конечно, этот снаряд стоит своих денег однозначно. И еще сразу же есть о чем сказать по поводу вот этой модели. Эта модель, она в цене такая же, да, это Beretta 13-01 Tactical. Мы здесь видим небольшой вивер на ствольной коробке, пулевые прицельные приспособления, то есть полноценная мушка, полноценный целик, типа Ghost Ring такого. Кстати, очень удобная фича, два вот Ghost Ring и с целиком, и вот этих два кружочка, которые позволяют более точно центровать мушку по отношению к этим точкам, к самому, мушку по отношению к целику. Ручка взвода аналогична, кнопка сброса и разобщитель аналогична. Здесь не настолько выпилена шахта и меньше лоток. Если мы вот посмотрим, вместе поставим комп, да, вот и обычную 13, и это сам Competition Tactical, разница в окне заряжения видна. А вообще, из того, что я понял при процессе эксплуатации, в процессе отстрела этой Беретты, это очень-очень интересное такое самооборонное ружье, которое, а, ест 24 грамма, б, может стрелять пулей далеко и точно, в, по органам управления, ручка взвода, кнопка сброса, цевье и прикладу, с учетом этой насечки, очень близка к более интересной модели для спорта Competition, что обеспечит, опять-таки, как мы говорили ранее, очень такой серьезный контроль оружия при стрельбе. Кстати, вот эти прицельные приспособления, как я вам показал, да, вот как позволяют удерживать именно таким способом ружье, что еще больше добавляет комфорта и контроля отдачи. Вывод? Какой вывод? Ну, по этому ружью уже было сказано много в сети, просто вот от нас вывод. Ружье достаточно легкое, в районе 3220, по-моему, оно весит. Легкое, прикладистое, в прямом смысле слова, прикладистое ружье. Прикладистость выражена за счет высокой планки. Очень развитой насечки, такого не широкого, среднего цевья, насечки на прикладе. Имеет уже улучшенные органы управления в виде рычага увеличенного, в виде кнопки сброса затворной задержки, которая работает так же, как разобщитель, в виде большой кнопки предохранителя, широкой выпиленной шахты и огромного лотка. Лоток просто огромен. Потому я считаю, стоит длина своих денег, однозначно стоит. Спортивный снаряд самого высокого уровня Benelli F2. Не может стоить дешево. Подписывайся, чтобы ничего не пропустить. Ставь лайк. Пока.